чтобы доски не сгнили, наносим силиконовую смазку. Последние штрихи, и мост готов. Теперь он как новый. Еще месяц назад по нему даже ходить было невозможно, вспоминают жители. Гнилые трубы, нет поручней. Список можно продолжить. Отремонтировал его простой житель села Лешов-Тамак Ильнур Ханнанов. В первую очередь мы сделали металлический каркас. Очень трудоемкий каркас. Сначала сварили в отдельном боксе, потом все это приготовили, пришли сюда, сварили, собрали, покрасили. Помогли ему родственники и сельчане. Теперь отсюда каждый день на работу и в магазин ходят десятки жителей. Этот мост соединяет два села. Вот на этой стороне, в селе Дюсюмово, находится и банк, и детский сад, и школа. И для жителей Лешов-Тамак, где нет практически ничего, путь по мосту считается самым коротким. Теперь от одной деревни в другую можно дойти за 10 минут. Мы раньше ходили по основной дороге, там было 4 километра, но сейчас намного меньше, можно сказать, 1 километр. Чтобы долго служил, доски моста обработали специальным маслом. Красоту и удобство оценили даже пожилые. Очень боялась. Жизнь одна, все равно как-то надо беречь. И спасибо Ильнару. Перилы, чтобы человек не падал. И настил, и все, по нему можно бегать. Восстановить мост Ильнур мечтал давно, но в 2015 году попал в страшное ДТП и потерял ногу. Жизненные трудности его не сломали. Человек сильный духом, говорят о нем сельчане. Этим мостом он обрадовал не только жителей, но и сделал подарок жене. У нас в этом году годовщина. С женой мы познакомились именно на этом месте. Своеобразное получилось. Поздорили в школе, назначил ей стрелку, а эта стрелка превратилась в стрела Амура. Теперь мост называют мостом любви. Небольшую традицию зажгли. Это на каждый нам мост вешают замки. И вот мы же тоже повесили небольшой замочек. В дальнейшем будет очень красиво, когда уходишь с аллеи, попадаешь в небольшую аллею. Рядом с мостом Ильнур посадил аллею. В планах реконструировать древний колодец и сделать уличный музей в родном селе. Филюза Хамидуллина, Ирак Хабибуллин, ТНВ, Сармановский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.